Меньше 2 недель осталось до начала Нового года, и по всей Самаре уже открываются вот такие елочные базары. В этом году им придется работать по-новому. Некоторые нововведения заставили продавцов елок обзавестись фирменным оборудованием. Оформление торговой точки и чистота – это еще не все. Главное новшество этой зимы – теперь елку должны еще и упаковать. Это обязательное требование администрации Самары ко всем предпринимателям. Самый наилучший вариант – это упаковка посредством фабричного аппарата. Время упаковки елки составляет не больше 20 секунд. Это позволяет спокойно погрузить елку в машину, без всякого мусора, без хвои на полу, и спокойно до Нового года хранить ее. Немудреный аппарат позволяет быстро и без мусора упаковать елку в сетчатый кокон. В результате транспортировка становится проще, а мусора на улицах станет меньше. Сейчас, кстати, все предприниматели заключают с управляющими компаниями договор об обязательной уборке территории или вносят залог в размере 25 тысяч рублей. Без этих условий разрешение не выдается. Деньги можно вернуть, если точку после окончания торговли предприниматель уберет своими силами. Сотрудники департамента потребительского рынка обязательно делают снимки торговой точки, чтобы проконтролировать качество уборки. Методика работает уже 2 года, и на санкционированных точках всегда порядок. Андрей Трой, Константин Головин. События.